Цифровое взаимодействие в области экологии, транспорта и туризма – это ключевые темы второго международного Каспийского цифрового форума. Он пройдет с 31 октября по 1 ноября. Мероприятие состоится при поддержке Минцифры страны и МИДа России. Дагестан во второй раз станет площадкой для диалога и обмена опытом между Россией и ее партнерами по Каспийскому региону. Одна из основных целей форума – это достижение взаимодействия стран вот этого прикаспийского региона в рамках МТК «Север-Юг» и вообще, чтобы взаимное признание было электронно-цифровых подписей, электронных документов финансового значения и договорных документов, которые сейчас, в данный момент, фиксируются только в бумажном виде, чтобы вот облегчить работу. Форум объединит представителей власти, экспертов, разработчиков и ученых. В этом году также предполагается участие официальных послов из всех стран Прикаспийского региона. Работа ведется давно, но мы хотим сейчас уже, в том числе и с этим форумом, эту работу довести до логического финала, чтобы это уже могли в работу свою взять все коммерсанты и государственные организации, которые взаимодействуют на международном уровне между этими странами.